Итальянское правительство намерено отменить ряд налоговых льгот, которыми сейчас пользуется католическая церковь Италии. Ей принадлежит более 100 тысяч зданий, многие из которых используются как торговые центры, гостиницы и рестораны, но налогами не облагаются. Ожидается, что введение налога будет ежегодно приносить в казну около 2 миллиардов евро. Италия – страна преимущественно католическая, христиане платят налоги, а церковь до сих пор не платила, и было бы справедливо, чтобы ее коммерческая деятельность облагалась налогами. Власти пошли на этот шаг под давлением Еврокомиссии. 130 тысяч итальянцев подписали петицию в поддержку этой меры, и оппозиция также относится к ней с пониманием. Если правительство установит для всех некоммерческих организаций общие правила, которые не ущемляют церковь, то мы расценим это положительно. До сих пор от уплаты налогов на недвижимость освобождались принадлежащие церкви здания, в которых располагались церковные объекты, даже если они занимали только часть помещения, как, например, часовни в торговых центрах. Теперь же они будут облагаться налогами на общих основаниях.